Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и сегодня мы откроем три мистических контейнера. Кто знает, тот поймет, а кто не знает, напоминаю. Я за 9 лет достал всего одну машину из платных контейнеров, хотя открыл их больше сотни. Поэтому, ребят, особых надежд я не возлагаю на данные конты, но все же, а вдруг повезет именно сегодня. Перед тем, как мы это сделаем, ребят, напоминаю по поводу того, что на YouTube была всеобщая ошибка с подписками, поэтому для того, чтобы вы не пропускали со своих любимых каналов уведомления о том, что вышли новые видосы, обязательно зайдите и перепроверьте, чтобы у вас было активировано все в списке предложенных вариантов под подписочкой на соответствующем канале. В таком случае вы пропускать не будете уведомления, ну а на данный момент огромное количество моих зрителей не получают уведомлений и думают, что я просто нахожусь в простое. Нет, ребят, простое нет, выходят в день минимум по 1-2 видео, поэтому если вдруг в течение дня вы не получали уведомлений с моего канала, то знайте, у вас проблемы с подпиской, а не с тем, что у меня видосы не выходят. Ну а теперь, друзья мои, давайте зайдем в хранилище, откроем три конта без лишних каких-то предисловий, просто открываем и смотрим, что оттуда выпадает. Я очень сильно надеюсь, что выпадет машина, хотя не сильно в это верю. Второй контейнер. Есть тачка? Давай. Нет. Ну и давай, мистический сертификат сейчас на третьем конте, пожалуйста, я тебя прошу. Да! 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 Блин! Класс! Если сейчас, блин, еще и... танк выпадет, которого у меня нет, ну это будет вообще красота. Но если будет повтор, ну это уже хоть какой-то результат. Это уже хоть что-то, блин, это хоть что-то. Ну наконец-то, хоть чуть-чуть начало вести. Открываем мистический сертификат, смотрим, что там. Там что-то нормальное, я верю. КПЗ-70. Не помню, честно говоря, если на данном аккаунте это не основной аккаунт, и плюс КПЗ-70 это премиумная машина, а не коллекционка, значит компенсация в любом случае будет серебром. Нет, слава богу, компенсации серебром не получаем, потому что КПЗ-70 здесь на этом аккаунте не было. Вот такая вот радость, ребят, наконец-то, счет размочили. КПЗ-70 не было, так, стоп, я не понял, а где он у меня? А, премиумная машина, господи. Наконец-то, как я уже сказал, счет размочили. За 9 лет вторая машина, это уже хорошо, это значит, что мы потихоньку идем в сторону грандиозных побед. Единственное, что было бы неплохо, чтобы это все еще и произошло с каким-нибудь танчиком, которого нет у меня на основе, и чтобы это произошло на основном аккаунте. Вот это было бы вообще супер, а так уже, ребят, бодрячком, а значит, вера в контейнеры где-то там немножечко просыпается. Но пока еще не сильно, если сильно проснется, вы это заметите по количеству видосов, в которых я буду открывать данные. Ну а на данный момент у меня все. Спасибо большое, спасибо, что разделили мою радость. Я безумно счастлив. Возвращайтесь на канал, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите свои комментарии. Жду вас на новых видео. Ну а чтобы их не пропускать, подписывайтесь, жмите на колокольчик и убедитесь в том, что под колокольчиком прожата функция «Все уведомления». Спасибо большое, мира вам, друзья мои. И обязательно спокойствие. А еще главное, массы, позитивных эмоций, которые можно периодически ощутить в этой игре, как это сделал сейчас я, точнее, как это сейчас произошло со мной. Господи, я заговариваюсь. Всех благ, ребят. Пока-пока.